Привет, генетически красивые люди! Сегодня будем готовить яблочный штрудель. Нам понадобятся 3 яблока. Давайте их будем нарезать. Одну столовую ложку сахара. Корицы. Тщательно перемешиваем. Яблочки нужно обжарить. Минут 5-7 обжариваем яблочки. Яблочный штрудель будем готовить вот из такого слоеного дрожжевого теста. Раскатываем. Так, тесто раскатали, как смогли. Наливаем сюда нашу начинку. Теперь закручиваем в рулет. Таким вот образом. Аккуратненько. Делаем небольшие надрезы. И смазываем наш штрудель яичными желтками. Добавляем в духовку 40 минут, 220 градусов. Поехали. Ну что, вот наш яблочный штрудель готов. Посыпаем сверху сахарной пудрой. Сахарной пудры много не бывает. Очень вкусно. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, колокольчики или еще что-нибудь. Пишите комментарии. Пока.